Жители Южной Калифорнии этой ночью наблюдали необычное зрелище – метеоритный дождь. Обитатели сразу нескольких городов сообщили, что по всему небу можно было видеть огненные шары, похожие на падающие звезды, которые затем ярко вспыхивали. Некоторые даже решили, что это салют. Практически все огненные снаряды сгорели в атмосфере, не достигнув поверхности Земли. Иначе последствия космического шоу могли бы быть плачевными. Астрономы говорят, что 12 ноября в этом регионе пройдет еще один метеоритный дождь. Но он должен быть виден гораздо хуже, так как из-за положения Луны небо будет намного светлее.